It's a worthy of respect. Amen. Amen. Господь только дает нам этот бланш-карт для одного, твоего будущего супруга или жену. Понимаете? You know, God gives us this permis. No, permission. Yes. God gives us permission only for one in our life. Цени. So you should value. Сестру, как дочеря, как дочка царя. Value цени брата, как Daughter of king and brother as son of king. Я сейчас передаю микрофон моей сестре. I'll pass mic to my wife. Сколько у нас времени? У меня еще один пунктик такой. And I have another point. How to understand that I love? И что люблю на всю жизнь? I love for all life, for entire life. Так, я тут такие сейчас пометочки. Да. Но я вот остановилась, просто ж опять же, да, сейчас чуть-чуть вернусь к тому, на чем я остановилась. Кто помнит, на чем я остановилась? Who remember where I stopped? Какая история была? О чем? What? А? Добродетель. Ага. И вот я так, как я помню, я остановилась на то, что я рассказала, вот как некоторые девушки по глупости своей. Они предпочтение отдают парням, которые такие атаманы. Чтобы он такое в компании унизил кого захотел, да, высмеял, пошутил так, чтобы человек залился краской. И некоторым девушкам вот такие как раз нравятся. Many girls love such. И они не думают, что так же он будет с ней потом в семье относиться к ней. And they don't think that that's in life. И вот с одной девушкой мы общаемся, ей уже 30. This guy will relate to her the same. И она очень переживает. And now she has 30. И у нее, значит, есть выбор. Ну, это у нее выбор, но это не значит. Что? А, не, да, это не та, которая за атамана вышла замуж. He's not a woman that married that guy, the cool guy, okay? Просто из наблюдений своих я говорю с другой уже девушкой, да, которая 30. I talk about another woman that had that is 30. И вот она думает, что у нее есть выбор. And she thinks that she has choice. Этот предложит, и этот предложит. Кому она даст согласие свое, выйдет за кого замуж? She will marry him. И тут она мне говорит, вот двое. Один говорит, всегда такой молчит. And she's saying, всегда такой серьезный. I редко two. Когда говорит. The one, he is silent, he is, а я знаю вот этого, который такой серьезный, я его знаю. And I know him. And I know а him. Другой, значит, такой, ну, как one, я уже вам рассказывала, you know, атаман, как она. I told you about him. He's cool, you know, he is everything. И вот она, значит, так. And she's saying, ну, like, что я буду с ним делать? What I will talk, what I will do with him, with that guy, you know, he's silent. Такой серьезный. И я давай тогда ее воспитывать. You know, and I start to, ну, раз она уже мне это рассказала, раз уже поделилась. Я говорю, ты знаешь, когда у вас будут проблемы дома, а они будут, когда будет тебе так тяжело, и ты захочешь в нем найти поддержку, и защиту, и помощь, чтобы он на свои крепкие плечи взял всю тяжесть, this support, and that guy will take all the heaviness on his shoulders. Вот как раз вот тот, который атаман, такой показушный такой. Cool. Он первый, который сбежит из этих трудностей. The one who will run away. И оставит тебя одного с ними. Of that responsibility, and he will leave you. А тот, alone. Который выдержанный, but серьезный парень. Who is serious, who is не болтун. Strong, пусть да, он не атаман, пусть он не душа компании. Who speak less, but more, he он do не more. Унижает, он не высмеивает. He don't laugh at other people. Он не шутит там, что все падают со стульев от смеха. Other people will just. Но когда будет трудно, и будет трудно, but when it will be hard, он возьмет всю тяжесть, трудности, защитит тебя и укроет. This он станет на колени. Will cover you, and he will stand on his feet. И он там будет сражаться и побеждать. He will fight there and overcome. Я не знаю, услышала она меня или нет. Опять же, это зависит от состояния девушки. Still, что она ищет? On какие ценности она ищет? Что для нее ценно? Что для нее важно? What are her richness and what are her values? Просто чтобы не
Может, кому-то что-то было неясно в той, if somebody, в той истории, которую я have прервала. So why now I explained. Вот. Я просто хочу сказать, что мой муж, I just want to say that my husband, он был как раз из таких, he was just серьезные. Of those who are serious. Ну, когда ты сделал мне предложение, был. Был, да. Ну, когда же я выходила замуж? Да. Вот тогда он как раз таким был. So when I married him, he was like that person. Ну просто в семье у нас разные сложности были. In family we had different И было такое, когда я ему говорила. And there я просто не знала, что ты такой. Like I said to him, like I haven't know that you are such man. Когда ты был такой серьезный, мало говорил. When you were this serious, you speak less. Я думала, что ты такой и есть. I thought like you который are this. Возьмешь всю тяжесть на себя, когда будет трудно. The heaviness Нет, он брал. Yourself. Конечно, of брал. Of course he took. Вот, но я But говорю, а теперь я поняла, это ты просто плохо знал русский. That you knew Russian very bad. Поэтому мало говорил. That's why you spoke less. И говорил только по существу. And you spoke only on subject. Просто, знаете, я ценила, когда вот там шутит, что-то там, знаете. I read it when he joked about that. Это какая-то серьезная тема, или спрашивают его. The serious topic. Он говорил, это было как золотые яблоки, или как там, яблоки в золотых сосудах, помните? То есть я, девушки, парни, девушки, они выделяют, как ты, о чем говоришь. So brothers, girls, they think more about what you talk. Это не могу не рассказать. The point is more what you're talking about. Нет, а тебе все хорошо, дверь будет. Это тоже в начале церкви. And it also happened another story happened in beginning of church, and we had less youth. Ну, был один парень, значит, он моей сестре сделал предложение. And he made proposal to my sister. Тоже такой атаман. He's крутой. Also cool. He's, you know, вот. He's influenced. Как-то моего мужа получалось со всеми дружить, а вот он с ним тоже дружил. And my husband, he was friend to that guy. И как-то, значит, and, you know, тот парень that guy зовет меня, Лизка, иди сюда. Once called me, Lisa, come here. Да, похоже сказал. Вот. Ну, я подхожу. And I came. И он, значит, в присутствии моего друга. And he with my, решил with меня высмеять. Ни за что. Честное слово. Я просто решила, что потом я буду его обходить стороной. You know, my husband was there, and this guy started to laugh at me. Говорит, Артур. He said, Артур. Как будет красный таракан? How will be? Вот, а я ничего не подозреваю вообще. Меня просто позвали. Мы стоим втроем. Red cockroach. Хорошо, что правда только втроем. Да, красный таракан. How will be red cockroach? Артур такой, and, ничего, наверное, не подозревал, да? Maybe говорит, have Роха Кукарача. About it. And he said, он смотрит на меня. And he looked at me. И громко так. Ну хорошо, что больше никого не было. And Лизка, there wasn't ты Роха Кукарача. Ха-ха-ха-ха-ха. And he said to me, Лиза, you are Роха Кукарача. Не знала, как провалиться, как проваливаются люди по землю. Ну потому что ты мой друг. Because my просто берут и высмеивают. You know, my future husband was there. Я смотрю на него. And I was laughed. Вот послушайте, братья, реакция сестер, you know, они будут смотреть. Brothers, я смотрю на него, и он не смеется. Reaction of sisters is ну, конечно, кому респект? And, вот этому крутому атаману, который может высмеять, когда захочет, кого хочет. And to whom I will give или вот этому сдержанному, to this, cool guy, or to this silent guy. Ну, который говорит по существу. Who talks вот и конечно, я тогда, он не делал мне никаких, как это называется, знаков внимания, не оказывал. Молодец, вот тоже сдержанный, да какой? Я даже не знала, что я ему нравлюсь. Я and даже вот до сих пор вот, хотела бы, чтобы кто-то задал вопрос, когда ты влюбился в нее? Я до сих пор не знаю. Но когда же это было-то? То есть он настолько все было у него закрыто. Он говорит, иногда в нашей семье говорят, тебе надо было в КГБ работать. А я думала, кому? Sometimes he says, like, you should, ладно, you should work in FBI. Да, вот видите, опять я ушла, даже женщина. You know everything. Вы меня возвращаете.
Мне возвращайте. Я должна сказать о том, значит, как понять, что люблю и люблю на всю жизнь. How to understand that I love and love for entire life? Вообще надо понять, что такое любовь сразу. So you should understand what is love first of all. Потому что любовь она отдает. Because love gives. Да? Gives back. Вот. Or gives. Если я понимаю, что этому человеку я могу себя отдать. If you understand that to this person you can give yourself. Бога, как я люблю, когда я отдаю ему себя. How I love God when I give myself to God. Если он говорит, возлюби всем сердцем, love with all of your heart, всем разумением, with all your understanding, всей душой, всей крепостью. Love God. И я люблю его. And I believe him. And I love him. И вот я люблю Бога. И когда ты любишь Бога, ты можешь... When you love God, you can... представить, что значит you любить человека, да? What is это когда я person. Готова when ему себя полностью to посвятить. Myself, to devote myself to him. А если посвятить Богу, когда это водное крещение, да? Мы заключаем завет с ним. So when уже we, все, мы себя посвящаем. Covenant, а тем самым мы говорим, Бог, я не представляю уже своей жизни без себя. And we say that God, I don't imagine myself without you. И, конечно, он благодатью своей нас поддерживает. And of course, также в семье, by his grace, he holds us. Когда я понимаю, что бы уже ни случилось, when I understand that whatever will happen, и где бы мы ни жили, и как бы ни было бы нам трудно, wherever we will live, но я люблю уже этого человека. But I love this person already. И я уже жизни своей не представляю без него. I don't imagine myself without him, my life without him. Конечно, очень важно нам, of course, it's very important for us. Иметь крепкие семьи, пример крепких семей. Strong, очень важно, чтобы вы видели этот пример крепких семей. This, чтобы вы, по возможности, были у них дома, не только в церкви families. Их видели, да, а где-то пересекались. So, maybe not in the maybe not only in the churches, but also somewhere else, like your friend. Families, strong families. В нашем доме были такие семьи, мы время от времени приглашаем. In our house, was such например, families. Я сейчас своим детям скажу Уфимцевы фамилию. For example, и вот они машут мне головой, то есть они, да, это для них пример family. Крепкой семьи, правда? На мальчиков и на свою девочку смотрю, да? So it's like example. Да, и дети любили, когда они приходили and нам children, в семью. Опять мне так my показывают. Loved when, сейчас еще when не дошла даже. To them. Да, вот. Однажды, я хорошо уже буду so, заканчивать. Once, однажды меня, меня спросила одна замужняя сестра. Once, one sister, that was married asked me, я очень удивилась вопросу. And, you know, I was very surprised. Но потом была также очень рада, but then I что was она very меня это спросила. Никто меня до этого никогда не спрашивал. Наверное, потому что я жена пастора. Me before, no, никто мне такой only, вопрос only раньше sure. не задавал. И вот она мне говорит, me. Скажи мне, Лиза, say me, Lisa. Ты влюбляешься? Do you fall in love? In ну, вообще people? Вопрос же не пастора, no. представляете? And this question no to the wife of husband. То есть я думала, что она должна быть уверена, конечно же не влюбляюсь. Я же жена пастора. You know, I said to him, like, I thought like I, of course I already a wife of pastors, so how could I fall in love in other people? Я задумалась, хороший вопрос какой, а? I started to think. Ну как это она решилась мне такой like задать she, вопрос? She really got, I really got a tough question. You know, думаю, I что я делаю со всеми мыслями, которые могут приходить with, в голову? Они могут with приходить. All, with all thoughts that come to my mind, they can come to my mind. Ведь не секрет, ну как это правда, что в христианском мире, к сожалению, да, происходят разводы, происходят измены. It's not a secret that то есть, значит, они как-то влюбляются, как-то позволяют себе, да? Или муж, или жена divorces, охладить к своему that супругу. When the husband or wife go да? call to their partners, and they can just divorce and go to another. И этот вопрос помог мне. And no, this question helped me. Я сказала ей, знаешь, однажды я приняла решение. And I answered her that you know once I made a decision. Что я буду влюбляться. That I will fall in love. Только в двоих. Only in two. Only at two. Всю свою жизнь. All my life. Буду любить. Только твоих. Влюбляться буду только в твоих. I will only fall in love in two. Мой муж знает. My husband knows. Это Господь Иисус. It is God Jesus. Бог мой, Господь мой, Спаситель и мой муж. My God and my Savior and my husband. И вот это мне очень помогает. You know, and it helps me. Любовь к Господу, эти живые отношения с Ним love помогают мне любить моего мужа. Даже как он сам иногда говорит, with him help me to love что он не знает, как я с ним живу. Что? Да. Ну, мы оба друг друга стоим. На самом деле.
Мой муж любит это слышать. Ну, в общем-то, все вопросы, да? Вот, мы хотели с пастором отвечать на ваши вопросы. We wanted to answer your questions, to reply on your questions that you have. So, please. Окей. У нее есть question. Question. У нас 10 минут ровно. We have only 10 minutes for questions, please. Okay, I want to ask пастора. You said вы сказали, when you got to, listen, when you wanted to get married. Когда вы хотели пожениться. Мама Лиса. So, like, there was not предложили. You guys were no friends before. Вы просто предложили. Вы не были друзьями до этого. Because I think потому что я думаю, для меня это because странно. You just come вот просто вы пришли, значит, и сказали, выйдите за меня замуж. Okay, thank you so much for the question. Спасибо за вопрос вообще. Dice que para ella es un misterio que usted haya venido y le haya hecho la propuesta a que sea su esposa si antes no fueron amigos. Sí, como que usted vino de frente y le dijo, cásate conmigo o quieres ser mi esposa si antes no fueron amigos, entre comillas, ¿no? Sí. Okay, I will start with you. And my wife can confirm this. Моя жена может подтвердить сие. That all the connection what we had, вся связь, которая у нас была, all the relationship what we had, все отношения, которые были у нас, was in the church, были в церкви, in the team, в команде, we prayed together, молились вместе, with all the people in the all night prayer, на ночных молитвах, we go to the outreach outside, ходили на евангелизации. This is what was the connection, вся была связь, what we had, которая у нас была, as everyone in the team, как все в команде. Yes, we serve God, we love Богу, God, we go together Бога, to the Bible school. Вместе в детскую школу. We came together to the church. Тоже вместе ходили в церковь. I didn't give her even some special gift before. Я не, допустим, там не дарил ей подарок там особенных. Or some chocolate. Или каких-то шоколадок. Or some ring. Или каких-то там nothing like that. Колец, ничего такого. Simply received a sign that came my time. Получил знак, что пришло мое время. And that she is. И что она? That she is that one. Что она именно та единая. And when I understand this is my time. Что это мое время? I call her. Я позвонил ей. And happened what I already said. И произошло то, что я сказал. This was like that. Exactly. Спасибо. Yes, was like that. Было так, да, вот было. Были иногда моменты, когда заканчивалось служение. There were some points when service finished and we could пока еще люди down, вот что-то там, ну как, people, с кто-то тоже там может общаться еще. Могли вот так посидеть и поговорить we вместе. Could just sit down ну, буквально, and talk может, together. 5-10 минут. Maybe 5-10 minutes. Вот. Или когда он when he приходил какое-то время, не приходил в церковь, потом приходил и могла отдельно к нему could, подойти could, и сказать, he, я давно тебя не видела, что такое? Почему ты не приходил в церковь? Why are we not in church? Ну, like, потому что я на самом деле была неравнодушна, но не в плане, как вот уже будущий жених, да, потенциальный, а просто как брат, хороший брат в церкви. I wasn't like indifferent, like it's not in the sense of wife and husband, but I wasn't indifferent in sense of in church relations. Okay, I give in the proposal 3rd of June. Значит, вопрос такой. Короче, когда вы сделали предложение и когда потом вы поженились? То есть сколько вот это был разрыв, насколько я понимаю, да? Yes, I give in the proposal 3rd of значит, June 1993. Предложил, значит, точнее, сделал предложение 3 июня 99 года. 1993. We had the marriage 24th of July 1993. Мы поженились 24 июля. The next month. Yes. Через следующий месяц, то есть. Yes. Следующий месяц. Repetir?
La pregunta fue cuándo usted le hizo la propuesta de matrimonio y cuándo se casaron. 3 июня, а потом 24 июля уже поженились. 3 de junio del 93 le hice la propuesta y nos casamos el 24 de julio del mismo año. Un mes y medio después. No, un mes y 21 días después. 24 we had the registration and 25th we was in the church, the wedding. 24-го, значит, было сочетание, роспись в ЗАГСе, и 25-го было уже бракосочетание и венчание и все остальное. Okay. Yes, Pastor Asif. Давайте я скажу, когда вот перестал на меня смотреть. Хорошо. Есть такое. About? Такой модный вопрос есть такой, который люди задают. Окей. Okay. Можешь сказать на русском или я переведу? Короче, такой вопрос, значит, что много людей спрашивают, такой он на слуху у тех людей, которые уже, значит, зрелые, которые уже готовы, значит, к этому делу, ну, то есть к браку, которые уже ощущают это давление родителей, там, допустим, они уже достигают этого возраста, когда надо выходить замуж и жениться, вот, и они, может быть, у них есть там, не знаю, друг или подруга, да, или, ну, таких слов нету, да, то есть, ну, будущее, скажем, вот будущее, невеста, жених, они уже как бы думают об этом. Что вот им можете дать из своего опыта, 20-летнего опыта семьи, вот, которые были вместе, вот, брака? Only two points, I will be very short, because the time is going. Только два момента. Первое. If you are already mature, если вы уже созрели, you are adult person, вы уже взрослый человек. Make adult decisions. Делайте взрослое решение. Yes. Да? I will ask not else about my decision if I already am adult person. I will ask God, and I will take responsibility of my decision. Я попрошу, значит, Бога, и я тоже сделаю свое решение. Я возьму ответственность за свое решение. Я не буду спрашивать у кого-то еще. Если я уже зрелый человек, я спрошу Бога, и я возьму ответственность за свои решения. Do you understand me? This is the first. And second. И второе. Exists the principle in the life. Есть принцип в жизни. What you feed will live. Что ты питаешь, то будет жить. What you don't feed don't will live. Что ты не питаешь, не будет жить. Exists a very interesting story. Есть такая интересная история. One woman, одна женщина, was very, very angry, была очень злой, because they each day came to her каждый doors, день приходил к ней крокодил, yes. К ее дверям крокодил. Приходил крокодил. Крокодайл.
крокодил приходил. Oh, she was crying. Why daily crocodile coming to my door? Почему крокодил приходит к дверям и почему все это? Every morning. Каждое утро. And why? I don't know. Each morning the crocodile. Почему? Я не знаю. Каждое утро. But what you're doing? Что ты делаешь? Simple. Each morning I give him something to eat. Каждое утро я ему даю вот что-то покушать. Each morning. Каждое утро. You know, sometimes these passions, this lust, вот эти вот страсти, такие вот похоть, this fleshly desire coming, эти плотские желания приходят. Why? Почему? Because we given them time, we given them attention. Потому что мы уделяем им время, уделяем им внимание. And if you will cord this, если вы вот просто оборвете вот эту нить, оборвете вот эти вот вещи, will free from this, то вы будете свободными от них. I don't know if you, I answer your не question, знаю, Pastor. Я ответил на вопрос. If I understand right or not. Если я правильно понял. If not, personal, I will answer. Если нет, тогда я вот лично отвечу. Я просто скажу, как я поняла ответ свой. Скажу на вопрос, как я поняла вопрос звучал. And I wanted звучал. To answer as I understood. Из нашего опыта. Of our experience. Знаете, когда мы женились, you know, when we married, нас связывало то, что мы будем вместе служить Богу. И так как мы сейчас говорим с христианами, с любящими Бога людьми, может быть, в другой аудитории это бы не подошел ответ. Я понимаю, что самое важное, ты сможешь служить с этим человеком Богу. Ты будешь служить Богу с этим человеком. Could you serve to God with this person? Вас связывает общая цель, страсть общая, связывает вас по Богу, по служению Ему. Вы любите вместе Бога. Потому что это то, что нас связывало. Может быть, конечно, мне было всего лишь 17 лет. Your future husband, и я тогда не спрашивала его, а где мы жить будем? А у тебя есть деньги, чтобы меня одевать и обувать и кормить? Смотрите, вот как-то не спрашивала. You know, не потому, что я думала, что родители нам будут присылать деньги. Not because, my parents его родители. His parents will send money. Потому что мои родители часто говорили, у меня нет денег, у нас нет денег. No, because my parents said, но для often, меня было важно, что Бог нас соединяет. You know, but the most important thing that God will connect us. А если Он нас соединяет, то все остальное позаботится, как Он обещал. God unite us, everything He'll provide. И так как для меня, у меня проблема была, раз мой муж сегодня, я его не спрашивала, могу я это рассказать или нет, но раз он сегодня там рассказывал, I had a problem. То и я, значит, могу. So as he talked about this, I will talk. У меня была проблема с влюбленностью. I had a problem with falling in love. Ты просто не было таких занятий и уроков. We haven't such, когда мне было 12, 13, 14, 15, 16, 17. Не было таких занятий, знаете. Вот в школе как-то не учили этому. Дома тоже родители, наверное, думали, что я такая хорошая девочка, и нет у меня ни с чем проблем, просто у меня есть друзья, просто дружелюбная. Если бы не Иисус, я не знаю, где бы я была. Такую песню мы раньше били. Если бы не Иисус, где бы я был сейчас, как я рад, что Он спас меня. Она веселая, но я плакала, когда пела. When I was singing that, I cried. Я задумалась, где бы я была сейчас, если бы не Иисус. Из-за своей влюбленности, я не знаю, где бы я была. Love, и потому, когда я получила I предложение замуж, мне было proposal, так важно, чтобы это не просто была влюбленность, you know, it was не просто его влюбленность в меня, и моя влюбленность в него. Для меня было важно, Господь, это Ты между нами. You know, it was important that Ты God, ли это, you Господи? Are, you are inside, you are among us. Between. За все годы. Те, которые... Иисус Господь. Дальше семинар... Два вопроса. Окей, минутка.
¿Entienden la pregunta? No es la pregunta. ¿Qué dice si, qué hacer si un muchacho le está molestando y de pronto esta persona está pensando que algo, este muchacho le está dando alguna señal de atención, la quiere enamorar? Y esta persona ahí comienza a imaginarse, esta muchacha, ¿no? La hermana comienza a imaginarse, pero el hermano no piensa nada en serio, él solamente le está haciendo algo como natural, algún piropeo, algún, sí, pero nada. Como diría mi hermana, mándalo por la tubería. Ладно. Я не знаю, ви поймете или нет, просто там, если такая ситуация возникает, то что вопрос, не приводили вопросы? То есть сестра спрашивает, что делать девушке, когда она начинает воображать, что парень обращает на нее особенное внимание, и может быть даже девушка начинает какие-то фантазии, представления, воображения, ожидания. А этот парень на самом деле ничего не хочет серьезного. То есть он просто, ну, короче, не мучает, а ну, играет, да. Морочит его, короче говоря. Вот. Я тогда ответил по-простому, как моя сестра бы сказала, надо отправить этого человека через трубку. Когда вы моете посуду? Ладно. Я не знаю, как будет по-русски, но смысл понятен. Да. Моя супруга сказала, что любовь – это жертва, да? То есть, когда жертвенность, когда ты готов отдать. И я думаю, что здесь момент, любовь – это огонь, да? И для того, чтобы этот огонь горел, нужно бросать туда полено. Оно, то есть, практически служит, покрывает, разговаривает много. Терпит все входки, выходки, которые... Let me translate the question, if you want to hear the question. The question was like, if you, you know, there are a lot of family pairs, and there are a lot of, like, 5-6 years together live, and, you know, come time when the voice start to annoy you, right? He or she start to annoy you. What we should do that day? And pastor say that love is sacrifice. So you should just be patient for that, and you should continue to love the person. Ты должен знать, что это от Бога. You should know в начале самом. In the beginning. Не просто ты захотел. You just и женился. Like you wanted and you married. Понравился он тебе. А вдруг уже больше никто не будет предлагать? Like, так и останусь в девах. Maybe, уже лучше сейчас, за этого. Так как-нибудь его изменю, как-нибудь его переделаю.
I will change him. No. Не выходи так замуж. No, don't marry переделаю, in such way. Изменю. Like, Бог его изменит. God will change да, мне не him. Все нравится и раздражает уже. И это мне не нравится в нем. Это ничего, Бог изменит. Me, потом молиться, Бог изменит. Так не выходи замуж. Don't вот сможешь вот с таким жить? If вот без такого, you, как там Настя поговорила. Person, with all your life, with such person, that won't change. Смогу ли я жить без нее? Could I live without her? Не спрашивай себя, смогу ли я жить с ней? Don't ask, could I live without him? Ну, хороший ask вопрос. That question. Но это еще не самый don't важный the, вопрос. Самое важное, чтобы question, ты точно знал, что это Господь, что это от Господа пришло. Потому что придут ветры, придут штормы, придет дьявол и будет говорить, ты ошибся, это не она, он она. Или же ей, да? Ты ошиблась, это не он. Вот в трудный момент он будет приходить дьявол, да? И будет говорить, смотри, вон он тот. Или вдруг он откуда-то с прошлой жизни всплывет, знаешь, ты думал, что уже все утонуло, все там. А он раз в тот момент всплыл, когда все трудно стало. Поэтому знать, это Господь. И сказать дьяволу, нет дьявол, это Господь. Это Господь соединил нас, потому мы пройдем с Господом это. Идешь в комнату, становишься на колени, поздно, молитву берешь, да? Молишься всеми видами молитв. Идешь к сильным, где ты черпаешь силу. Крепкие семьи идешь. Не сдаешься. Нет. Потому что если ты веришь в воскресение мертвых и хочешь видеть его, то сразу ты это должен увидеть в своей жизни. Остановите меня. Пишите, когда Господь говорит... Пишите это откровение, потому что на самом деле дьявол придет. Я не пророчество, я просто знаю, что он придет. Что касается семейных отношений, я не знаю ни одной семьи, которая бы не прошла через испытание на развод. Каждая христианская семья проходит через это испытание. Passed through this trial of divorce. I'm not sure if you have the time. Можно встать наши ноги. Семинар пришел к концу. Элизабет, we will talk. Okay. I say simple, a little answer what say my own sister. She say if a man is disturbing you, and he don't have nothing serious with you, and simple are disturbing you, your mind, your feelings, send him to, you know, when you wash the plates. Speak clearly, as this woman in the movie say. Speak clearly. Do you want? Why? If you understand, gain the time. Speak clearly. He is or not? Let's do prayer. Thank you, Father, for this wonderful time. На чудесное время. We bless your holy name. Имя, Господь. Hallelujah, Father, I bless my brothers and sisters. Мои братья и сестер. And we want to ask, Lord, a good rest for this Господь, afternoon, for this evening, to continue receiving everything what you prepare for us. Боже, дай Господь нам получить все, что Ты приготовил для нас. For all these 2 days. Благодарим Тебя, Боже, за все эти дни и благословляем, Боже, остаток дней. In Jesus' name Христа. We pray. Let the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Surely God's goodness and mercy all the days of our life, forever and ever. Amen. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Amen. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. God bless you. Еще такой вопросик. Сейчас вот будет семейное такое тоже служение.